Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Наталья Полянская. Сегодня проповедь в неделю крестопоклонную. Мы расскажем про творческий вечер, который состоялся в поиск библиотеки имени Янки Купалы. В рубрике «Православие в простых ответах» вы услышите, кто первый сказал слова «все свое ношу с собою» и что они означают. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Эта неделя Великого Поста называется крестопоклонная. И, как сказано в Евангелии, «И же хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». И что означает для человека взять крест свой? Как и для любого христианина, под крестом подразумевается и то, что мы и на прошлой неделе вспоминали. Вот. То есть сейчас мы проходим время поста и молитвы, и это и есть тот крест, который мы несем. Потому что это время нас заставляет себя ущемлять. То есть ущемлять в чем? То есть не делать грехов, вот, ущемляем себя в пище, мы не кушаем мясные продукты, молочные продукты. И то, как святые отцы заповедовали, воздержанно вкушать, то есть, чтобы и не объедаться. То есть, можно так сказать, человек несет сейчас подвиг, подвиг воздержания в пище и, конечно же, и несет подвиг молитвы. То есть, чаще молится, вот, и этим, конечно же, изгоняются страсти из души. Вот, вот это и есть несение креста. Потому что действительно это тяжело, вот, над этим нужно трудиться. И не зря в Евангелии Господь говорил, что это и есть узкий путь, которым нам дан Богом. Вот. А широкий путь – это путь погибели, путь греха. Поэтому и смотря на жития святых, или читаем мы в Патерике, например, то мы видим, как святые мужественно несли этот крест, претерпевали все искушения, все тяготы подвижнической жизни, то есть духовной жизни, и все скорби и безропотно несли. Вот это нас воодушевляет, и мы должны также по ихнему примеру нести этот крест мужественно. Вот. И, конечно же, если человек донесет крест до конца, то обретет Царство Небесное. Аминь. Музыку и литературу невозможно рассматривать вне традиции православной культуры. В литературно-музыкальной гостиной «Под сенью духовности» уделяется большое внимание раскрытию жизни и творчества писателей и композиторов в свете православной культуры. Седьмой год в библиотеке имени Янки Купалы Полоцкой централизованной библиотечной системы Ольга Бакунович организовывает и проводит заседание литературно-музыкальной гостиной «Под сенью духовности». Ее авторский проект создан в традициях православия. В рамках гостиной состоялся музыкально-поэтический вечер в созвучии слов живых, посвященный 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Страницы жизни и творчества Лермонтова были освещены для старшеклассников 6-й Полоцкой школы. Оксана Герасимова, педагог-филолог с искренней любовью к русской словесности, хотела донести подрастающему поколению красоту и глубинный смысл художественных произведений русских классиков. Украшением вечера стали музыкальные произведения о вечных ценностях человеческой жизни в исполнении поэтессы Людмилы Михетко. Отрадно, что учащиеся 8-х классов с большим воодушевлением читали стихи Михаила Лермонтова «Парус», «Выхожу один на дорогу», и хором помогали поэтессе Людмиле Михетко исполнять произведения. В небесах божественно и чудно, спит я в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я бы хотел забыться и заснуть. Жизненный путь этого великого русского поэта, прозаика и драматурга – кроткий, трудный и славный, наполненный примиримыми противоречиями, духовными исканиями. Не случайно душу поэта часто сравнивают с одиноким белым парусом, мятежно ищущим бурю. И в то же время в творчестве Лермонтова всегда четко определены понятия добра и зла, а также ярко выражено устремление к высокому и небесному. Великий русский поэт Михаил Лермонтов родился в Москве в 1814 году. Будущего поэта крестили в церкви трех святителей. Крестной стала его бабушка Елизавета Арсеньева. Всю жизнь Михаил следовал наказу отца. «Ты одарен способностями ума, не пренебрегай ими. Это талант, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу. Истинная, нелицемерная любовь к Богу, к ближнему, есть единственное средство жить и умереть спокойно». В своем творчестве поэт постоянно размышляет о жизни и смерти, пытается анализировать свои внутренние религиозные переживания, обращается к библейским сюжетам. Михаил Лермонтов трагически погиб в расцвете творческих сил. В настоящее время многие современные деятели культуры и искусства обращаются к гениальным произведениям великого поэта. Примечательно также, что не остаются равнодушными к творчеству Лермонтова и полоцкие литераторы. К 200-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова писатель из Новополоцка Анатолий Бесперстых подготовил словарь «Лермонтов. Мысли, афоризмы, цитаты». Эта книга была издана в 2012 году и вошла в серию «Вечные истины». Выступление Анатолия Бесперстых и красочная презентация в слайдах его книги вызвала живой интерес присутствующих. Вам, наверное, всем известно «Извечный афоризм». Вначале было слово. Для меня слово самое главное. И я через слово работаю над произведениями каждого писателя, поэта. Потому что нет более радости для меня, чем работать с словом. А слово, как говорили, это великая сила, это дело. И через слово мы можем абсолютно полностью сказать, дать характеристику не только персонажу, не только каким-то действиям, явлениям, но и вообще всем событиям. Лермонтов, всем известно, что это гениальный поэт, и пройти мимо его творчества, наверное, любому исследователю, любому вообще литерату, да вообще, наверное, любому человеку нельзя. И мне, как литератору, интересно было прежде всего познакомиться с его словом. Поэтому у меня сейчас подготовлен словарь эпитетов Лермонтова. Вот думаю сейчас его, где издавать, как издавать. Вот. Но Лермонтов до такой степени мудрый человек. И каждая цитата – это практически мудрое такое определение на все случаи жизни. При составлении этого словаря мне помогла моя картотека литературных цитат, которую собираю уже более 50 лет. Вот, она насчитывает более 200 тысяч карточек и цитат. И поэтому все, что надо, и у меня все это под рукой моей картотеки. Я рассчитываю на аудиторию умных, образованных людей. Это студенты, это литераторы, это преподаватели и вообще все, кто интересуется русской литературой. И самое главное, кто любит великое, могучее, прекрасное русское слово. Несомненно, и в наши дни творчество Михаила Лермонтова звучит пророчески и актуально, заставляя мыслить о жизни и не бояться заглянуть в тайные бездны собственной души.
В своей работе Ольга Бакунович выделяет два важных направления – знакомство учащихся средних школ и читателей библиотеки с православной культурой через жизнь и творчество русских классиков и приобщение к духовным ценностям посредством музыки. Здравствуйте, дорогие телезрители! К нам в студию поступил вопрос. Кто первым сказал слова «все свое ношу с собой» и что они означают? Эти слова произнес Биант, это греческий философ, который жил в VI веке до Рождества Христова. Он жил в ионийском городе Приент. И во время захвата этого города персидским царем Киром, когда все горожане убегали, забирая с собой все ценное, все свое имущество, один биант, он ничего с собой не взял. И когда они у него спросили, почему он ничего не взял, он ответил о том, что все свое я ношу с собой. И действительно в этом афоризме заключается великий смысл о том, что мы можем взять с собой только то, что мы приобрели здесь, на земле. Именно наши добрые поступки, добрые дела. Именно то, что действительно будет дорого для нас и будет ответом перед Богом. И этот афоризм, эта мысль, она, мы видим, что присутствует в различных течениях, философских течениях, стоики, киники, но они именно на этой глубокой мысли, все же не имеющие для их фундамента, размышляют совершенно по-иному. Киники, они ставят акцент именно на внешнем, именно отречение от всего внешнего, забывая про внутренний мир. Стоики, если они делают акцент на внутреннем мире, но все же духовной грани у них нету, и смерть земная прекращает как существование внешних, так и внутренних ценностей. И только в христианском вероисповедании мы видим истинное понятие этой мысли. Именно христианское учение учит о том, что богатство бывает внешнее, бывает внутреннее. И, конечно же, к внешним относятся те богатства, которые именно лишь мешают нам достижению Царства Небесного. То есть богатство материальное, богатство именно положение в обществе, богатство внутреннее – это наши добрые дела, добрые слова, добрые поступки, которые мы принесем Богу. Господь неоднократно говорил о том, что мы должны собирать с вами сокровища на небесах, поскольку где наше сокровище, где наше, там и наше сердце. И апостол Павел неоднократно нас также говорит о том, чтобы мы стремились к Царству Небесному. Многие из нас скажут о том, что мы не обладаем какого-либо внешними ценностями. Мы очень скромно живем. Но преподобный Нил Сорский говорит о том, что нестяжание – это еще не только тот процесс, когда мы с вами бедно живем, но и то состояние, когда мы не стремимся, не ставим материальные ценности во главу нашей жизни. Мы не мечтаем о них, не ставим их основными понятиями нашей жизни, а живем для того, чтобы принести радость ближнему, для того, чтобы быть истинными христианами и чтобы приобрести именно наши внутренние качества и внутренние дела. И действительно, этот человек, он, идя к Богу навстречу, он скажет о том, что все свое я несу с собой. И Господь примет наши духовные ценности и воздаст нам должное. Спасибо за внимание. Храни вас Господь. До новых встреч. Сегодня в проповеди вы услышали, что земной жизненный путь – это крестный путь. Неся свой крест, человек должен помнить не только о боли и страдании, но и о Христе,
о его боли и страдании, о том, что крест, который человек несет с христианским смирением, это служение Богу. Мы рассказали вам о духовных ценностях, литературе и искусстве на примере жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. В рубрике «Православие просых ответах» вы услышали, что слова «все свое ношу с собою» произнес греческий философ Биант. Смысл афоризма в том, что каждый человек может взять с собой то, что приобрел на земле. Это добрые поступки, дела, которые будут ответом перед Богом. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания, до встречи через неделю.